Слушали и смотрели, затаив дыхание. Менеджеры, юристы, бизнесмены на время забыли про репетиции и целый час посвятили прогулке по зоопарку. Сергей Писарев рассказал подробно практически о каждом обитателе. К примеру, о кенгуру с мужским именем Чак. Мне звонят работники, говорят, у нас ЧП. Я говорю, какое ЧП? Они говорят, Чак родил. В программе не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир хищников. В клетку с тиграми, конечно, не пустили, но драйв и адреналин артисты большой сцены испытали. Медведи, тигры и пантеры – все звери на расстоянии вытянутой руки. Участники экскурсии в восторге, некоторые из них впервые в зоопарке. Тот проект, который затеяли, нас он и так сблизил очень сильно. А все вот эти походы в зоопарк, и не то, что сближают, они помогают увидеть наши характеры, помогают режиссеру в данном случае увидеть нас, может быть, с другой стороны, в более какой-то непринужденной обстановке. Привет, привет, мой хороший, привет, привет, на. Удивление, заинтересованность, неподдельные эмоции, фотографии на память. Участники проекта на время почувствовали себя детьми. Для многих эта экскурсия стала настоящим весенним подарком. Нужно объединяться какими-то интересами, душами, близостью какой-то. И вот мне кажется, это уникальная возможность быть здесь и сейчас. Спасибо и руководителю зоопарка, и журналу «Автограф» за предоставленную возможность. Мы здесь с детьми, мы здесь с коллективом. Очарованные участники проекта остались не только животными зоопарка, но и экскурсоводом. Искреннюю любовь Сергея Писарева к своим подопечным заметили все. Кстати, директор зоопарка сам дважды участвовал в большой сцене и как никто знает, что театральная труппа должна встречаться не только на репетициях, но и вместе отдыхать. Уже прошло несколько лет, но мы до сих пор с участниками общаемся и в социальных сетях. Они приходят сюда, мы встречаемся. Это интересно, это новые люди, это новые знакомства. Это всегда очень здорово. Впереди у участников еще одна экскурсия. Им предстоит побывать в закулисье Краевого театра драмы. А уже 18 апреля артисты большой сцены сами предстанут перед зрителями. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.